Друзья, доброе утро! Мы с вами сегодня находимся на тихой охоте в Самарском лесу. И уже прошли дожди, так как нам кажется, что грибы должны быть. Поэтому мы сделали вылазку в лес. В лесу мокро, замечательно, настоящая грибная пора. Я думаю, что грибной сезон уже начался. Ну, по крайней мере, появились мухоморы. Мы их видели. Лес замечательный. Птицы поют. Если лесом мы с вами заходили, и я вам рассказывала, что не видно, не слышно птиц, сейчас уже их слышно. Ну, первоначально на нашей тихой охоте мы прошли. Еще пока ничего не увидели. Видим прекрасные грибные места. Увидели мухоморчики красивые. Увидели дождевички молодые, молоденькие такие замечательные. Дождевички увидели. Вот. И я зашла в такую вот молоденькую сосенку, где именно водится маслята. Нам рассказывали в других местах, в этом лесу еще нам не рассказывали, что находили грибы. А вот прошлое воскресенье у нас знакомый принес маслят немножко, так вот на сковородку. Молоденькие такие, замечательные. То есть, надеемся, что найдем и мы. Если уже мы видели мухоморчики, мы видели уже дождевички, мы видели рядовочки, их здесь называют. Я надеюсь, что найдем и грибы. Но пока наслаждаемся лесом, смотрим и смотрим под ноги, потому что это же у нас все-таки тихая охота называется. Смотрим под ноги, ищем грибы. Или же они нас ищут. Ну, мы такие грибники, что все-таки, скорее всего, я, по крайней мере, я жду, пока меня гриб найдет. Но надеюсь, что я его или он меня, мы друг друга найдем. Поэтому дальше я вам покажу. Пока показываю замечательную природу. Идем дальше, идем туда, где мы видели много белых, поэтому поищем, посмотрим. Я надеюсь, сегодня удача нам улыбнется. Поэтому включусь чуть дальше, чуть попозже.